Дорогие товарищи, во-первых, добрый вечер. Хочу выступить от людей старшего поколения. Мы выросли на этой земле, выросли в этом городе и хотим видеть его таким же красивым, каким он был, наверное, 20 лет назад. Ялта была чистая, мы в ней купались. А что сейчас творится с нашей рекой? Вот я 9 числа прошла. А значит, если это, наверное, первая крестьянская улица, так, где стоматологическая поликлиника, спускаешься вниз, там есть мост, спускаешься вниз. Раньше ребята там на лодках катались или катамаранах. А что сейчас? Не знаю, откуда собралось столько народу, но, конечно, я не против отдыха, но что там случилось? Значит, шашлыки жарили, костры разводили, хотя там очень много суховерий лежит, можно устроить пожар. Дальше что? Дети бегают сами по себе, родители сами по себе. Никакого культурного отдыха нет. Дальше. Эти товарищи отдохнули и ушли, а весь мусор оставили на территории. Кто там будет выбирать, не знаю. Кто туда будет спускаться вниз, это очень тяжело. Спокойно. Мои тормоза?